Завершился самый красивый и масштабный конкурс «Мисс Беларусь-2023». Вся страна аплодировала стоя, и это лишь начало новой жизни каждой девушки. Напомним, Брестскую область на конкурсе представляли две студентки Брестского государственного технического университета – Ксения Власюк и Дарья Якубовская. Сегодня это не просто девушки-красавицы, это гордость первого региона. Об этом и не только сегодня говорил заместитель председателя Брестского облсполкома Вадим Кравчук на встрече с Ксенией и Дарьей. Губернатором четко поставлена задача, мы не должны вот эти все таланты, в том числе и вас, вот эту нашу красоту, не побоюсь слова, мы должны тоже их обязательно почитать в хорошем понимании и, соответственно, давать возможности дальше вам развиваться. Я знаю, что вам уже поступают определенные предложения, но нам тоже не хотелось бы упускать. Ксения Власюк, первая вице-мисс, выступала под первым номером и представляла первый регион. Символично. Пообщавшись с нашей съемочной группой, оказалось, что девушка решила участвовать в конкурсе с подачи родителей. Но уже сегодня Ксения с уверенностью может сказать, что такой опыт участия в проекте «Мисс Беларусь», да и титул, придали ей больше уверенности и принесли массу новых знаний, которые в дальнейшем она применит в модельном искусстве. Было волнение перед выходом на сцену, хоть мы много раз это проходили, повторяли все, но все равно, когда ты выходишь в зал и видишь весь зал засаженный людьми, то, конечно, есть чуть-чуть волнение. У меня волнение было, наверное, на первом выходе, потом оно притихло, а когда мы вышли уже на десятку, хотя это был мой самый большой страх, это отвечать на вопросы на сцене, он как-то вообще ушел, и стоя на сцене в десятке, ни волнения, ничего уже не было. Я еще до сих пор не поняла, что у меня есть титул первый вице-мисс, но за счет того, что очень много внимания и на улице, и в университете, и в разных соцсетях, то это придает больше какого-то чувства победы, и, на мой взгляд, титул помог мне стать более открытой к миру. Для меня этот титул очень многого стоит, и я считаю, что все так, как должно быть. Вхождение в эту тройку и стать второй, это, я скажу, это как пьедестал с медалями, это как серебряный призер практически. Но это круто. Дарья Якубовская – вторая участница, которая представляла первый регион, учится на архитектора, а участие в проекте «Мисс Беларусь» для нее своеобразное приключение или даже хобби. Принять участие в конкурсе такого масштаба и представлять Брест – большая честь. Тем более, что конкурс помог ей посмотреть на себя и окружающий мир под другим углом. Это тяжело. Во-первых, потому что мы далеко от родных, далеко от дома, там кругом чужие люди. Вот. Но атмосфера была как бы дружелюбная, приятная, поэтому было и тяжело, и весело, и грустно, и очень интересно одновременно. Подготовка длилась целый месяц, с 7 августа по 8 сентября до финала. В нее ходили встречи с влиятельными людьми, с интересными людьми, дефиле. Примерка костюмов различных, и народных, и вечерних, посещение интересных мест, записи, визиток, фотосессии, дневники. Волнения выйти на сцену перед большим количеством людей не было. Это было скорее восхищение тем, что я здесь стою, что я здесь нахожусь, и мне очень понравилось выступать на этом концерте большом. А подготовка, мне все понравилось. Чтобы добиться высоких результатов, нужно не только любить то, чем занимаешься, но и очень важна поддержка близких и родных, а именно семьи. С этим согласны родители Дарьи Якубовской и Ксении Власюк. Мы как-то вот эти вот этапы, она где-то хотела, где-то не хотела, понимали, что это сложно совмещать учебу, вот эти мероприятия все, потому что они тоже требуют и внимания, и какого-то эмоционального другого фона и переживаний. Поэтому как-то, конечно, я ей давала право выбора. Если ты хочешь, да, мы тебя поддержим. Поэтому у нас так решался вопрос. Когда ей в десятку объявили, я прям с замиранием в сердце. Но когда объявили, что первый номер, первая вице-мисс, это, конечно, было очень... Восторг. У меня было желание подпрыгнуть, наверное, в этом кресле. Ну, конечно, да, очень много эмоций, настолько вот они такие, не знаю, ну, восхищение, конечно, в первую очередь, восхищение. Мы же родители, кто, как не мы, сделает из нее того, кого мы хотим. Она загорелась, она вот еще в 9 классе захотела стать архитектором, и она 3 года ходила в политех наш,
на курсы, ну, для поступления, скажем так. Я с интересом наблюдал за происходящим на сцене. Ну, конечно, волновался, но не без этого. Держал большой букет, у меня руки были заняты. Так, вот. Ну, конечно, переживал. По завершению встречи Вадим Кравчук поинтересовался предстоящими планами и обрадовался, узнав, что и Ксения, и Дарья хотят связать свою жизнь с родной землей, а именно остаться в любимом городе Бресте.